сейчас говорил с мамой и сообразил, что вот в моей модели про космонавта, в которой космонавт — сознание, звездолет — тело, бортовой компьютер — ум и обмен информацией между космонавтом и умом, между космонавтом и компьютером, между сознанием и умом, идет через центральный монитор. И центральный компьютер выдает космонавту информацию в виде эмоций, в виде мыслей и в виде физических ощущений. Ну, физические ощущения — это аналогия, как бы, то, что я могу чувствовать, да? А для космонавта это вот на мониторе схема космическая, схема звездолета, и если какие-то узлы отмечены красным цветом, это аналог боли. Вот, красным цветом реагировать надо. Если сейчас не отреагируешь, то тут сломаться может. Вот это аналог боли. Сейчас я сообразил, что еще сообразил такую вещь, что видно перед космонавтом три экрана. Сам один экран — это эмоции, которые создает компьютер, рекомендация к немедленному действию автоматическому. Если критическая ситуация, надо принимать решение очень быстро, за мгновение. Вот это рекомендация. Экран второй — это схема звездолета или схема тела человека, и на нем, на этой схеме, красным обозначено узлы, в которых критическая ситуация, или, иными словами, органы, в которых боль. А третий экран — мысли. Третий экран — мысли, и этот третий экран разделен на, скажем, две части, как вот я вот в прошлом видео говорил, что сверху в верхней основной части это мысли, которые компьютер создает, а в нижней части это система меню, в которых можно, которые можно выбрать какие-то мысли более подходящие к этой ситуации. Когда есть время на проявление осознанности, то можно выбрать мысли более подходящие к этой ситуации. Ну, скажем, сейчас смотрю за окно, и что? Ну, вижу зима, снег. Вот это вот мне как бы, ну, чуть прохладно на улице, чуть туман. Как бы эмоция такая чуть неуверенности. Компьютер создает, можно сказать, эти такие мысли, что вот зима, снег, в общем-то так. А я могу углубить. Если я внимание
направлю на снег. Ага, снега много. Он начинает создавать мысли компьютер. Снега много, снег глубокий, снег липкий был. Вот он висит на ветках. И вот он как бы, да? Что я еще могу сделать? Я направил внимание на тропинка в снегу. Он так утоптана тропинка. Снега свежего мало. Угу. Что еще могу сделать? Так, если я подумаю, а что со снегом сделать можно? Он мне начинает подсказывать. Снежки слепить. Чистить его можно, счищать. В него упасть, поваляться можно. Если я из, как бы вот он разворачивает для меня иерархическое меню, так сказать. И я задумался, а как это упасть снег? Ну вот спиной он мне подсказывает упасть, вот так можно, или можно боком вот так, или можно просто вот так вот, опа, упасть. Вот это в нижней части экрана, да? А на этот экранчик я еще накладываю прозрачную накладку своими, так сказать, закладками, с чем-то, что я задумал заранее. И это может быть список покупок. Вот сейчас мама говорит, что надо сходить сметаны купить. Или это список, может быть, вот из моих трех способов как бы взаимодействовать с объектами. И эти способы — посыл любви, игра вот было бы здорово, и прием — представить, что вижу себя со стороны, испытываю вот сейчас, испытывающего эти эмоции, которые сейчас у меня. Так посмотрел на себя со стороны, да. Вот так вот. Еще такое. Ну, вот сейчас вот в этом видео, которое вот это я снял, основное было про скелет, боль, и про три экрана. Как раз вчера я искал картинки и обнаружил такую картинку, где рубка звездолета и три экрана. Сейчас я с ней поработаю.